Привет, друзья мои, давно сторисы не пилил, маленько вам расскажу. Вот, например, у Дамира новый руль я увидел, круто, его машина полностью готова, скоро во вторник ребята выезжают, грузятся. Я выезжаю сегодня в Рязань, так как мы с Денисом решили провести тренировку, вот Lexus повезем, на нем сменили коллектор впускной, у него стоял стоковый, полка маленько сместилась. Удобнее будет пилотировать и информативности больше даст. Потихонечку работаем с машиной. С подвесочкой есть план поработать. Так что поедем сегодня. Сейчас грузимся, выезжаем. А мой автомобиль просто профилактический ремонт. Сняли двигатель, проверить коробку после гонки. Двигатель, это новый мотор. Запасной, который был, он строкерный. Все с ним в порядке. Просто решили посмотреть вкладыши на экспериментальном нашем двигателе. Думаю, что поменяем. Может быть, нет. В общем, каждый раз ребятам нашим респект механикам, каждый раз они автомобилем уделяют столько времени перед гонкой. Несмотря, что может и необходимости нет, но все равно снимают, проверяют и так почти каждый раз. А мой боевой мотор, кстати, мы его... А здесь у нас Надина машина, ее потихоньку с каждым выездом приводят в порядок. Сварили новый выхлоп, поставили новый коллектор. В общем, следим, смотрим, понемножку тренируемся без особых нагрузок по бразильской системе. И в то же время аккуратно. Так что все чики-брики с ней. Изучаем, общаемся с СССРами. Вроде все нормально, все хорошо. Так что вообще мне нравится Сильвия, я на ней сам управляю иногда. Кресло водительское двигается. Отличный автомобиль. Для школы правильный, трушный, вообще самый то. СР-чик, коробочка обычная. И это самое, что ни на есть, настоящий японский дрифт-скул.